関係ない、行け。Всем привет, с вами Дизел, сегодня мы вновь в Джоджо ДР, и герой этого обзора Дио. Это один из хороших персонажей в обоих режимах, но это, конечно, зависит от использования. Ранее в экшн-режиме я наблюдал, что во время использования СП Дио медленно поворачивает спиной, после чего выполняет атаку, но за этот промежуток времени противники успевают нанести удар. В более поздних версиях этот недостаток был исправлен. Прежде чем использовать Дио, рекомендую получить для него фулл сет или хотя бы скилл таймстопа. В тактическом режиме остановка дает 3 дополнительных режима, ограничение по времени действия зависит от прокачки скилла. В последнее время активность использования данного персонажа снизилась, так как сейчас существуют гораздо более мощные версии Дио. Ну а теперь традиционный геймплей в экшн-режиме. して支配する。死ねえ、死ねえ、死ねえ、ザ・ワールド、死ねえ。ザ・ワールド、チマだ、打ち飛んでやる。シルバーチマだ、ザ・ワールド。ザ・ワールド、ウダムダムダムダムダムダ。一気にとどめを刺してくれる。惜しかったな。ザ・ワールド、死ねえ。ザ・ワールド、死ねえ。ザ・ワールド、終わったな。うねえ。ザ・ワールド、ダムダムダムダムダムダ。残り1秒。ゼロ。惜しかったな。